Давайте. Юлай! Да? Ветка сломана. Видел. Ты лучше сюда иди. Быстрее! Обыскать местность! Шел, но, наверное, шел оттуда. Срочно командиру надо доложить. Так давай лучше дальше пройдем, может, еще чего увидим. Ладно. Ну, отсюда разве что выход на крышу. Да. Если мы не ошибаемся, то где-то должна быть потайная дверь. Вполне возможно. Раньше строители умели создавать иллюзию, что стены гораздо тоньше, чем есть на самом деле. Умели, говоришь? Тогда ищем. Вы знаете Гюнтера Штрауберга? Я повторяю вопрос. Вы знаете Гюнтера Штрауберга? Незачем делать вид, что вы не понимаете по-немецки. Вы его знаете? Откуда у вас эта фотография? Его. Дождемся, когда вернется Венцель. Ну что, там есть что-нибудь? Нет.
Не с места. Зензирую, бить. Пожалуйста, спокойно, Лизелотте. Не с места. Опусти автомат, Лизелотте. Я хочу сдаться. Schneller! Auf den Hut sein! Los! Wir haben dir gesagt, говорила тебе, нечего там сидеть. Только время зря потеряли. Твоему дяде нужен врач. Ты видишь здесь врача? Я бы что-нибудь придумала. Что? Теперь они его заберут. Это ты во всем виновата. Понимаешь? Спроси, как он попал в дом. Wie ist er ins Haus geraten? Im Stall hinter den Regalen gibt's eine geheime Tür zum Wald. Von hier aus und aus dem Keller kann man in die Bibliothek und in die Küche gelangen. Verräterin. Через хлев. Там есть потайная дверь, скрытая полками. Оттуда можно пройти прямо к лесу. Из подвала можно попасть в библиотеку и на кухню. Лизелотте. Günther, Günther. Спроси, он может говорить? Können Sie sprechen? Ну что у тебя? Пусто. Да и у меня ничего. Мы идем! Да иди! Да иди! Нашим Савчи! Я без тебя не уйду! Да что ты, дурак! Вместе туда останемся, понимаешь? Уходи! Хорошо, хорошо! Хорошо, Юлай! Хорошо, я туда и обратно! Я только к нашим! Туда и обратно! Ты только продержись, ладно? Да иди! Только продержись!
Быстрее, добейте их! Они не должны уйти. Идти можешь? Нет. Стой! Вместе не дойдем. Слишком далеко. Все нормально, уйдем, уйдем. Да иди. Да иди. Нашим Савчи. Я без тебя не уйду. Да что ты, дурак? Вместе тут останемся, понимаешь? Уходи! Хорошо, хорошо. Хорошо, Юлай. Хорошо, я туда и обратно. Я только к нашим. Туда и обратно. Ты только продержись, уходи. Ладно? Да иди! Только продержись. То со смыслом? Американцы. Я сдаваться не собираюсь. Слышишь? Я буду сражаться дальше. Как знаешь. Das Werk wurde aus der Nähe von Prag in das nächstgelegene Bergmassiv verlagert. В прилегающий горный массив был эвакуирован завод из-под Праги. Он как раз там и работал. Der Apparat war noch nicht völlig zum Transport bereit. Der Apparat konnte die nötige Höhe nicht erreichen. Ich habe davor gewarnt. Und dann haben die Russen plötzlich angefangen zu schießen. Сегодня ночью они не успели эвакуировать аппарат, потому что столкнулись с нашими войсками. С кем именно? Auf wen? Ich weiß nicht. Ich bin einfach abgehauen. Man muss schnell die Menschen retten. Das muss schnell passieren, weil dann alles vernichtet wird. Про наших он ничего не знает. Он просит спасти людей, потому что все будет уничтожено. Ты видел? Отсюда можно пройти на второй этаж в библиотеку. Как она могла? Я думал, девушка, чешка, красивая. Славянка наша. Mm. Она меня по башке. Чем? Откуда я знаю, чем? Больно? Приятно. Вот человек. Ты лопух приложи.
Он дурью любовь вытягивает. А себе на башку приложи. Мота. Мама, ты меня слышишь? Я знаю, что ты меня слышишь. Вернулся Гюнтер. Вернулся твой сын. Мама, ты обязательно должна поправиться, чтобы его увидеть. Я сейчас вернусь. Только отнесу ему воды. Пусть расскажет, что за люди, сколько и где. Was für Menschen, wie viele und wo? Товарищ старший лейтенант, немцы идут. Юлай погиб. Wegen mir. Die lassen niemand am Leben. Он говорит, что они пришли за ним и никого не оставят в живых. Сколько их может быть? Wie viele sind da? Insgesamt mehr als 50 Wachsoldaten. Около 50. Волков, берешь раненого, женщины в подвал. Быстро! Allein den Keller. Lieselotte. Schneller. Остальные за мной, бегом! Быстро, быстро, быстро! Давайте, 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 быстро! Я не могу оставить мать одну. Лизелотта, иди с ними. Волка! Разбери! Я останусь здесь. Чувачи, за мной! Не должна быть с матерью. Я не могу ее оставить. Прошу вас, хорошо, успокойтесь. Идут. Многовато. Тебе многовато, а мне в самый раз. Занимаем круговую оборону. Ерошкин, второй этаж. Есть. Силантьев. Я. Дальняя спальня. Есть. Данилыч. А? Левое окно. А? Данилыч, готов? Огонь!
понять, что происходит. Быстрее, быстрее! Если хотите выжить, оставайтесь здесь. У нас нет шансов, если у русских не будет подкрепления. Дядя Гюнтер, почему мы должны прятаться от немцев? Эти немцы – фанатики, Лизелотте. Они не оставляют свидетелей. Человеческая жизнь для них ничего не значит. Пойдемте, Гюнтер, пойдемте. А мы уверены, что их не больше семи? Да, господин майор. Вперед, вперед! Стреляйте! Ничего не понимаю. Назад. Где русские? Отвечай. Ты говоришь по-немецки? Может, она глухая? Ты что, глухая? Ваш дом полный русскими. Чего смотришь?
Может, она заодно с ними? Чего молчишь, как рыба? Ты что здесь делаешь? Тебе жить надоело? А? Басмах, ты что здесь делаешь? Басмах, ты что здесь делаешь? Бестулей, тебе жить надоело? Тоже жалко бабушку, но надо идти. Надо спасать дядю Гюнтера. Да, очнись ты. Эсэсовцы нам помогут. Нет, Гюнтер сказал, они опасны. Нет, он бредил. Это наши войска. Это наш единственный шанс. Иди. Быстро в укрытие, немцы уже здесь! Ну! Иди. Ну быстрее! Живее, я вас прикрою! Быстрее! Мама, ты слышишь меня? Ком-ком-ком-ком! Ком-ком! Ком-ком-ком! Закрыто. Вперед. Ты
Наконец-то. Помогите нам. Стоять. Назад. Вы же не будете стрелять в немцев. Где Гюнтер Штрауберг? Гюнтер, у меня нет времени отвечать на мой вопрос. Гюнтер, где он? Ну? Мама, что с тобой? Мама, пожалуйста, очнись. Прости меня, мама. Готов. Это все из-за меня. Мама, прости меня, мама. Мама, прости. Ерошкин! Живой. Все вроде. Еще двор посмотрим. Где остальные? Нет больше никого. Пилотка. Скотчем про воду. Я за водой. Раненых. Для раненых. Уж в доме нет. Рада же. Как хорошо, живу. Что ты живой. Ты жив. Я рада. Да ну. Я испугалась, что кто-то из вас выстрелит. А вдруг ты погибнешь или Лоти? Как тогда быть? Ты не жив. Я плох. Пожалела, значит? А, ну то и правда. Ну, что ты хочешь? Чтобы я тебе воды принес? Нет. Промень. Прости.
Ёшкин, ко мне! Не успел я. Не успел. Я не успел. Он там. А я не успел. Дверь снаружи! Ну давай, стреляй в меня, стреляй! Стреляй! Я не буду стрелять! Я не такой зверь, как ты! Я не буду убивать! Война уже кончилась! Твой Гитлер сдох уже! А ты пойдешь под трибунал! Ты ответишь за все! За всех за них! Штольня! Мне нужна штольня! Воист штольня! Я. Здесь. Товарищ старший лейтенант, мы наших пока в подвал положили. И чешку тоже. Что дальше делать будем? И
идти надо. Полковника нет. Значит, случилось. Случилось у них что-то. Сами будем что ли искать. Еще можем успеть. Только вот ребят наших куда-то деть надо. Да и сами мы втроем там не справимся. Помощь нужна. Мы уходим. Виргейен, в карьер, хир. Виргейен, хир. Ты должна пойти вот сюда. Это штаб нашего полка. Das ist Haus. Russischen Soldaten Haus. Hier, понимаешь? Штаб. Я напишу записку. Schreiben. Ты gehen. Haus Russischen Soldaten. К майору Игнатову, понимаешь? Помощь нам нужна. Hilfe. Как же тебе объяснить-то? Du gehen. Das ist Haus russischen Soldaten. Das ist наш штаб. Понимаешь? Verstehen? Schreiben, майор Игнатов. Идем. Приведем тебя в порядок. Не пойдет он к нашим. Да и мать ее не отпустит. Посмотрим. Что же теперь будет? Прекратите! Вы же солдат! И обязаны выполнить свой долг до конца! Да, господин полковник! Больше нет смысла ждать! Бенцель не вернется! Группа или уничтожена, или самоликвидировалась! Надеюсь, они сделали все возможное! В это трудно поверить! Возьмите, наконец, себя в руки, Ганс. И еще, о капитуляции никто пока знать не должен. Есть, господин полковник. В сложившейся ситуации командование объектом я принимаю на себя. Слушайте приказ. Мы снимаем внешнюю линию охраны и действуем по плану Б. Простите, господин полковник, если я правильно вас понял, попыток эвакуировать объект больше не будет? Я не ошибся? Вы правильно меня поняли? Мы заберем с собой только необходимую техническую документацию.
5 переезжаем. Ага. Не успеешь оглянуться, собирай чемоданы. Ну ты, 15 километров продвинулись. Ну. Я вам не кухры-мухры. Ну что, готовы? Почти. Поздравляю с победой, товарищ майор. Спасибо. Вот добьем фрицев и отметим на полную катушку. Обязательно, товарищ майор. Что там с разведчиками, когда возвращаются? Неизвестно. Связи с ними пока нет. Как-то нет. Связь с группой Максимова прервалась вчера вечером. Группа лейтенанта Тимакова и полковник Кузнецов последний раз выходили на связь вчера ночью. Утром они должны были присоединиться к разведчикам. На связь больше не выходили. Странно. Как только объявят, сразу ко мне. Есть, товарищ майор. Вот здесь. По словам этого немца, объект тщательно охраняется. И, скорее всего, вокруг все заминировано. Всем все ясно. Товарищ старший лейтенант, может, какая-то тропинка есть, а? Ну, ей-богу, немцы ж как сюда попадают. Знать бы, где эта тропинка. И времени у нас в обрез. Так что, одна у нас дорога, мужики. Прямо. Пилотку надень, голову напечешь. Пошли. Через 10 минут все должно быть готово. Отнесите еще эти два контейнера. Этот ящик грузовик. Быстрее. Хер-офицер. Господин офицер. Их мертвы. Я хочу поговорить с вашим начальником. Это очень важно.
Ich höre Ihnen zu. Я вас слушаю. Ich verstehe. Я догадываюсь, что вы собираетесь сделать с персоналом. Это бессмысленная жестокость. Говорите по существу. Good. Хорошо. Я кадровый разведчик, полковник Советской армии Кузнецов. Пользуясь веренными мне полномочиями, предлагаю вам сдаться и в обмен на жизнь передать нам всех гражданских сотрудников вашего объекта, а также всю техническую документацию. Достаточно. Я преисполнен благодарности. Нам просто не хватило времени. Еще несколько месяцев, и мы бы наладили под Прагой серийное производство нашей новой воздушной техники. Все пошло бы совсем по-другому. Сначала превосходство в воздухе. Один наш аппарат способен уничтожить целую вашу эскадрилью. Потом превосходство на море и на земле. И, наконец, мы правим миром. Это утопия. Нам просто не хватило времени. Вы не получите ничего. Увести. Стой. Ну вот и пришли. Мины. Теперь пойдем гораздо медленнее. Предельное внимание. Это же те пацаны из усадьбы. Гитлерюгенд. Последняя надежда Рейха. Данилыч Батяня. Пожалел пацанов. И далеко убежали. Пошли. Пошли. Жалко, ты не нашего села, нам тебя не жалко.
Ничего, победа же! Центр. Что это такое? Игнатов. Ладно, пойдем. Товарищ майор, разрешите обратиться? Давай. Тут девчонка пришла с запиской к вам. Разрешите идти? Свободен. А? Дон Кишот. Секрет у них тут был. Скорее всего. О. И наследить не побоялись. Значит, дальше чисто? Держи. Много времени потеряли. Привала не будет. Пошли. Это Рубен. Ты на автобусе. Еще по пассивно так. Ты наш, ты не сомнешь.
Господин полковник, все готово. В условленное время стены карьера обрушатся на бункер и полигон. Затем взорвутся командный пункт и бункер. При этом вывести систему минирования из строя невозможно. Она многократно дублируется. Никому и никогда сюда не добраться. Отлично. Пригласите ко мне пилота. Есть. Скажите, Вагнер, сколько потребуется времени, чтобы разминировать объект номер 2? Но, господин полковник, система минирования – это единое целое. Исключение одного элемента потребует как минимум полдня. У нас нет этого времени. Я очень рассчитываю на ваш талант, Вагнер. Сделайте это для Германии и для меня. Я сделаю все возможное, господин полковник. Оставьте нас одних, господа. Товарищ старший лейтенант, разрешите до ветру. Не могу больше. Давай только по-быстрому. Есть. Догоним. Есть. Я что-то пропустил? Следующие твои. Пошли. А чё вы без меня-то? Мы начнем с жилых отсеков и мастерских, затем лаборатории и завод. Последними будут взорваны летное поле и объект номер 1. Объект номер 2 исключен из системы. Благодарю вас, Вагнер. Вы всегда были отличным офицером. Начинаем через 15 минут. Ждите моей команды. Товарищ старший лейтенант, а чем мы тут ищем-то? Да нет тут никого. Одни кузнечики. Ты давай, давай, топай. Кузнечик. Тот самый объект, который искал полковник. Чего? Я говорю, вот они, эти норки, где прячутся летающие тазики. Кто? Где же ты?
Господин полковник, что делать с пленным русским офицером? Уничтожить. Отведите русского к остальным в жилой отсек. Часовых отозвали? Так точно. Товарищ лейтенант. Вижу. Куда ты его ведешь? Что? Куда ты ведешь его, говорю? К остальным. Это приказ Хорна. Уже все закрыто. Пристрели его где-нибудь здесь за углом. Пошел. Что делать будем? Ерошкин, остаешься здесь. Прикроешь нас, если что. Есть. Максюта, за мной. Работаем тихо. Заметано. Вы как здесь? А? Долгая история. Ну что там? Все тихо. А сколько вас? Трое. Так, слушайте, лейтенант. Немцы хотят взорвать объект и вывести документы. Там остались еще люди. Я понимаю, задача почти невыполнима, но надо спасать людей. И не дать немцам вывести документы. Документы в грузовике. Ясно. Максюта. Да. Ты со мной в штольню? Ерошкин, остаешься с полковником? Есть. Товарищ полковник. Да. Прикрыть можете нас? Конечно. Ну тогда, со мной. Нет двух часовых из верхнего оцепления. Черт возьми, я так и знал. Ускорьте погрузку документов. Быстрее. Let's go.
Стреляйте. Огонь. Прикройте грузовик с документами. Солдат! Я! Грузовик! Понял! Боец, ты цел? Что? Где Максимов? Был в штольне с Максюдой! Понятно. Максимов, ты? Ну, ты как, лейтенант? Нормально. А где Максюда?
Нет, Максюта. Грузовик! Быстрее, ребят! Здесь же документы. Давай, ящики! Давай. Горит, лейтенант, уходи! Уходи! Уходи, горит! Уходим, товарищ наш лейтенант! Иду. Уходи, я тебе говорю, лейтенант! Быстрей! Давай! За звук. Вы слышите? Здесь должен быть полигон где-то. За мной. Ерошкин! Попали, товарищ полковник!
Но можешь же, когда захочешь. Горит, сука! Почти ничего. Ерошкин. Я. Головной убор где твой? А ваш где? Товарищ старший лейтенант. Я понимал, мы сделали все, что смогли. Но силы были неравны. И не наша вина, что так все получилось. Я много чего повидал на войне и все-таки даже представить не мог, что он будет именно таким. Первый день мира.